А, дорогие друзья, подписчицы и подписчики нашего канала или просто случайные зрители, всех поздравляю с наступающим 2020 годом. Вот. И желаю, естественно, всего самого наилучшего. И ребята, которые присутствуют здесь, это Павел Вудман, а или просто Бабен. У него свой сейчас канал появился на Ютубе. Скажи пару наших, для наших зрителей что-нибудь хорошее. Ребята, в наступающем 2020 году, это для меня зеркальная дата, и она означает, что в 2020 году будет отражение, лучшее отражение нас самих. Для меня 2020 год в первую очередь означает то, что мы должны стремиться к знаниям, стремиться к чему-то новому, каким-то достижениям и... Ну и все такое, в общем. С вами был Боб3Н, Павел Боб3Н. Удачи, ребят. Передаю слово Никите. Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Никита, Никита Клык. Не буду говорить, почему Клык, но скажу вам только одно. 2020 год будет очень интересным, я вам обещаю, если вы перестанете дрочить. Это, во-первых, во-вторых, бросьте свои вредные привычки, и, в-третьих, начнете закаляться. И я хочу вам пожелать прозрения, больше внимательности и богатства. Также счастья, любви и здоровья. С вами был Никита Клык, до скорых встреч, пока. Всем хочу поблагодарить еще наших зрителей, которые остались, ушедшим, можно сказать, оставались с нами на протяжении всего 2019 года. И, естественно, огромное спасибо, благодарность за комментарии, лайки, там, дизлайки, неважно, да. И, естественно, побольше добра и позитива в вашей жизни. Всем пока, хорошего настроения, до встречи в новом году. Yeah.